В начале о морозах, ударивших в центральной России после долгих праздничных выходных. Минувшая ночь в Москве выдалась самой холодной с наступления зимы. Температура опустилась ниже минус 20 градусов. Это значительно выходит за рамки климатической нормы. На севере европейской части нашей страны, в Архангельской области, столбики термометра и вовсе показывали минус 27. Аномальный мороз сейчас также в Тверской, Ярославской, Калужской, Орловской, Ленинградской областях и Карелии. Уже завтра погода начнет меняться, станет теплее, но при этом ожидаются метели. Снега выпадет больше, чем с начала зимнего периода.